Девочки, всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Ирина. И сегодня мы с вами отправимся в два бренда. Первый из них — это Massimo Dutti, а также бренд COS. И рассмотрим, что же бренды предлагают нам на лето 2022 для более женственных, элегантных образов, для женщин постарше, а также для, возможно, офисного гардероба. И, как вы уже, девочки, наверное, знаете, Massimo Dutti и COS – это всегда про нейтральные оттенки, про хорошее качество пошива, про хорошие натуральные ткани, хорошая качественная фурнитура, красивая, качественная и стильная обувь. Это бренды, которые чуть дороже масс-маркета. Поэтому подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, ставьте лайки и поехали! Итак, первое платье от бренда Massimo Dutti. Это платье в бельевом стиле. Это 100% вискоза. Мне нравится этот абстрактный принт. Смотрится очень красиво. Как вы все можете знать, платье в бельевом стиле мои любимые. Те, кто со мной на Инстаграме, те знают. Вариация этих платьев в составлении образа очень большая, потому что, дополнив такое платье пиджаком, жакетом, блейзером, с босоножками, туфлями, кроссовками, и ваши образы всегда будут разнообразными и женственными. Мне нравится V-образный вырез, мне нравятся выточки в районе груди, которые приподнимут и соберут вашу грудь. Мне не нравятся вот эти карманы в районе бедра, которые немного там утолщаются. И для платья в бельевом стиле это лишняя деталь. На мне размер 36, и я, наверное, взяла бы размер побольше, чтобы в районе бедра оно сидело свободнее. Еще один момент, который меня смутил, шлейф не регулируется, поэтому не для всех это будет удобно. Цена платья в районе 100 евро, и я считаю, это завышенная цена для такого платья. И здесь я дополнила платье льняным блейзером. Это двубортный блейзер, он не застегивается. Есть прорезные карманы без клапана, а также разрезной лацкан. Состав его 100% лен, и цвет идеально подходит под цвет принта на этом платье. Возможно, камера передает немного неправильно цвета. Девочки, ссылки на все вещи, как всегда, в описании под видео. А также вот покажу вам еще, как выглядит спинка на платье. Итак, следующее платье от Massimo Dutti, или вернее, я бы его назвала сарафан. Мне нравится длина, по боковому шву идет разрез, а также молния. Мне нравится очень красивый яркий летний цвет. На мне размер XS, села хорошо. Вот эта завязка в районе шеи, она регулируется, и вы можете завязывать различными способами. Я завязала так, как сделано на фотографии на сайте. Состав ткани отличный, в районе 50% это лен, и все остальное вискоза. Босоножки, наверное, я бы заменила на какие-то другие, не такие консервативные. Также дополнила бы это платье блейзером или пиджаком в мужском стиле, а также хорошо к сарафану подойдут белые кеды или кроссовки. Итак, девочки, здесь уже показывают такой невероятный костюм. Это очень легкая, шелковистая, струящаяся ткань, удлиненная рубашка, а также брюки. Здесь я показываю, что мне не нравится, как выделяются карманы.
разрез по боковому шву мне нравится, а также есть прострочка по боковому шву, которая так удлиняет красиво ногу. Мне нравится стрелка спереди и сзади, которая красиво удлиняет ногу. Также здесь показываю задние карманы, которые тоже очень сильно выделяются, и это мне не нравится. То есть вот эти брюки я не надела бы без рубашки. Брюки на пуговицах, шлевок нету. На мне размер 36, по бедрам сели хорошо, в талии свободны. Рубашка на мне в размере S, села по плечам хорошо, длина мне нравится рубашки, мне нравятся боковые разрезы, мне нравится широкий манжет, на нем пуговиц нету, мне нравится, что есть по всей длине рубашки, где идут пуговицы, есть планка, которая их закрывает, это делает образ более стильным и презентабельным. Я носила бы вот именно так костюмом, потому что костюмы в одном цвете всегда удлиняют, плюс с каблуком смотрится очень красиво. Это элегантно, женственно. Единственное, что я брюки не носила бы без рубашки, потому что вот эти все выделяющиеся карманы смотрятся некрасиво, к сожалению. И еще, возможно, брала бы рубашку, брюки немного побольше, потому что это гладкая и блестящая ткань, она может подчеркивать какие-то неровности вашего тела. Поэтому берем вариант посвободнее. Состав ткани неплохой, 70% это ацетат и 30% это вискоза. Девочки, поддержите меня лайком, а также комментируйте, что вам понравилось больше всего. Девочки, еще очень быстренько покажу вам вот такой вот льняной костюм цвета хаки. Я не взяла топ, а блейзер не застегивается, поэтому должна немного придерживать. Блейзер на мне в размере 36, и в принципе, если под него пододевать только какой-то белый светлый топ или футболку, то побольше я бы и не брала. Нейтральная фурнитура, хорошая ткань, 100% лен, что брюки, что блейзер. Это хороший вариант костюма для офисной работы на каждый день, как с босоножками, так и с кроссовками. Хороший цвет. Брюки на мне также в размере 36, сели хорошо, они идут на высокую посадку, укороченная и прямая брючина, есть шлевки, прорезной карман, а также защипы спереди. Этот костюм мне понравился, также его вы можете дополнить не только босоножками, а еще и белыми кедами или кроссовками, а также нейтральным топом или футболкой. Единственное, что ценовая категория достаточно высокая, только один блейзер стоит в районе 130 евро. Поэтому решать вам, но я считаю, это дороговато. И последняя вещь от бренда Massimo Dutti, это белое платье-рубашка, 100% лен, мне нравятся боковые разрезы, мне не нравятся эти карманы боковые, так как они прозрачные и немного выбиваются как-то с под ткани, что мне не нравится. Есть шлевки, есть пояс в комплекте. Также мне не нравится цвет этих пуговиц, мне нравится широкий манжет. В принципе, платье хорошее, но оно немного светит. На мне размер M, по плечам оно село свободно, но поменьше я бы не брала. И такое платье я могу рекомендовать девушкам плюс сайз, как верхний слой, как второй слой в одежде. В летний период это выглядит очень стильно. Плюс для девушек плюс сайз это будет актуально. То есть вы расстегиваете это платье, снимаете вот этот пояс, одеваете снизу джинсы светлые или брюки, какую-то футболку или топ, и будет смотреться в городе очень стильно и очень красиво.
Стоимость платья 85 евро, и я считаю эту цену немного завышенной, потому что такое простое льняное платье в рубашечном крое вы можете купить в более бюджетных брендах, таких как H&M, Zara, по более приятной цене в районе 40-50 евро. Таким образом, мы адекватно должны оценивать вещь и ее стоимость, и так выбирать, в каком бренде покупать вещи. Всю примерку на мне были вот такие вот минималистичные босоножки в темно-шоколадном оттенке. На мне был размер 39. Они сели неплохо, но, наверное, я взяла бы на размер побольше, так как вот эти перемычки, они очень тоненькие. Для того, чтобы нога чувствовала себя более комфортно, я взяла бы, наверное, размер 40. И эти босоножки я действительно могу рекомендовать. Они выполнены с натуральной кожи, хорошая фурнитура, а также мне нравится, что они не черные, а приятного шоколадного оттенка. Итак, девочки, это я уже переместилась в примерочную бренда COS. И вы посмотрите, какое я нереально красивое и женственное платье нашла. Платье на подкладке, подкладка 100% хлопок, верхняя ткань платья, это 78% модал и все остальное полиэстер. Но оно очень приятное к телу, легкое и очень женственное. Цвет его не белый, такой более молочный или шампань. Мне очень нравятся эти защипы, они идут по всей окружности талии, что очень красиво выделяет зону груди и зону бедра и подчеркивает тонкую талию. Также мне нравятся рукава-фонарики, на которых есть также небольшой защип. Есть также два кармана. Здесь поближе покажу вам, как выглядят и как сделаны вот эти защипы. На мне размер 38, и в области груди оно мне очень свободное, поэтому для того, чтобы подчеркнуть более хрупкую талию, подошел бы и размер 36. Все мои параметры, как всегда, в инфобоксе. Девочки, на мне мои кроссовки New Balance, так как в этом магазине хорошего выбора обуви не было. Девочки, это хороший вариант платья для городских образов, поэтому смело могу его рекомендовать. И следующая вещь от бренда COS, это комбинезон. Состав ткани 80% модал и 20% полиэстер. На мне размер XS. Есть вот такие вот защипы в районе талии, которые расходятся и делают штанину еще шире по типу платья. На мне размер XS, и в районе груди оно село хорошо. Есть также выточки. Шлейки на спинке вы имеете возможность удлинить или укоротить. Единственное, что вам для этого понадобится помощь, так как одно это сделать очень-очень трудно. Это хороший отпускной вариант. Я вижу его где-то на море, на пляже. Такой вот расслабленный, очень стильный образ. Он немного укорачивает рост за счет своей объемности, поэтому этот комбинезон не для каждой фигуры, но я могу его рекомендовать. И последний образ от бренда COS. Черно-белый образ в легких летних тканях. Это рубашка 100% лен, на мне в размере XS, и она оверсайз. А также брюки на мне в размере 36, сели свободно. Здесь я показывала, что не очень мне нравится, как выделяются карманы. Они достаточно мне свободные в размере 36, возможно, можно было взять и 34. Ну, в принципе, летом для легкости, элегантности я люблю такие свободные и легкие ткани, свободные силуэты, нету прилегания, все очень комфортно, приятно. Состав ткани у брюк это 50% хлопок и 50% примерно лен.
Девочки, для меня это один из самых красивых и самых удобных образов на весну и лето. Здесь мне нравится сочетание черного и белого, но в новой интерпретации, так как черный у нас вверху и белый у нас в поясном изделии. Также здесь я показываю, как я подвернула рукав, облегчила немного силуэт и показала хрупкую часть тела. Девочки, в этом образе обращу ваше внимание только на сочетание пропорций. Удлиненная рубашка и ширина брюк палаццо немного нас приземляет и делает, урезает рост. Поэтому, девушки, петит, пожалуйста, будьте с такими образами осторожны для того, чтобы еще больше не урезать себе рост. Всем остальным такой летний образ будет смотреться очень красиво, женственно и элегантно. Девочки, все мои параметры, рост, а также все ссылки на все вещи, как всегда, не забывайте проверять в инфобоксе. А еще комментируйте и пишите, какой следующий бренд вы хотели бы видеть у меня на канале. Девочки, в своих шопинг-влогах я всегда стараюсь выдавать вам максимум полезной информации, что стоит купить, на что стоит обратить внимание, что не стоит вашего внимания, для каких фигур подходят определенные вещи, где лучше вложиться и потратить большую сумму, где, возможно, стоит на чем-то сэкономить. Поэтому подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Instagram, ставьте лайки, комментируйте, поддержите, пожалуйста, развитие моего канала. Сейчас на канале у меня выходит одно видео один раз в неделю, но я надеюсь, это скоро изменится, и я буду выпускать 2, а то и 3 видео в неделю. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока!